Ко мне тут пришел клиент, которому нужна помощь в корпоративных играх. Он хочет получить компромат на своего конкурента, некоего Матеуса Стоуба. Что скажешь? Готов разрушать жизни? Детали в письме.
крови. Стоуну конец, даже если он пока об этом не знает. Большое спасибо. Заказ закрыт. Эти уже летят к тебе. Если не занят, у меня есть заказик. Прямо классика. Надо просто пробраться в корпоратское логово и подложить жучок. Инфу я приложил. Да, я. А ты Тед? Можно Тедди. Залезай, поболтаем. Ладно, Тедди, выкладывай. Смотри, видишь вон там слева гараж? Он принадлежит Кендачу. Говорят, они хранят там особый товар. Особый? Для банды 6-й улицы. Ладно, в чем моя задача? Проберись в гараж и закрепи под грузовиком трейлер. Только смотри, чтобы тебя камеры не запалили. Это запросто. Учти, от тебя зависит моя карьера. Ты бьешься за правду. Ладно, Тедди, пора за работу. Короче, будь как ниндзя. И не бались под камерами. Это меня любят камеры, а не тебя. Ну все, давай. Удачный будет день. Прошла на вылет. Оу, да. Не останавливайся. Ха-ха-ха.
представляю, как охуеют эти уроды из Гендачи, когда он за них как следует возьмется. Вот честно, все бы работали, как ты. Заказ закрыл, деньги скоро тебе придут. Сказал. Кто-то идет. Я не слепой, захлопни пасть. А тебе чего? Дорогу спросить? Так у меня карты нет. Эй, Рик, у тебя карта есть? Не, нету, давно скурил. Но подскажу, что топать надо по прямой и быстро. Слыхал? Нечего тебе тут ловить. Хорошего дня. Что в кейсе? Ты про эту рухлядь? Да ничего, наверное. Ага. Банки. Может, бутылки? Я его у вас куплю. Сколько? Дай подумать. Ладно, идет. Да ты его все равно не откроешь. Это мы посмотрим. Где вы его нашли? Спрашиваю, где? Ну, там, на помойке. Вон там. Джош, какого хуя? Это не наша работа, понятно? Тот тип был уже мертвый, честное слово. Что, правда? А я-то думал, вы серьезные наемники. Ладно, сгиньте уже. Окей, окей, забирай. Че сразу так психовать-то? Сезам, откройся. Так, и что тут у нас? Открылся! А тебя вообще просили пасть разевать? Да отъебись ты уже! У нас гости. Сдавайся сейчас же! Чужой! На ухо на столе! Стреляй! Нейтрализовать его! Ха-ха! Ему пиздец! Thank you.
да. Не останавливайся. Ну что, момент истины. Что? Это что за хрень? Ну как что? Бранцези. 2021 год. Безымянная номер 18. Преждевременное масло. Со мной такое в первый раз. Да что с тобой говорить? О, выходит, Джонни Сильверхенд у нас тонкий знаток искусства? Я нет. А вот бывшая одна была художница. Девка, конечно, в край ебанутая, это уж как водится. Но зато секс, я тебе скажу. А давай лучше не говори. Что эта картина вообще могла делать на Луне? Известно, что украшала интерьер какого-то богача. Сейчас половина Лувра в космосе. А ты там был? Кто я? Нищий рок-музыкант? Ну да, бывал. В сладких снах. Ладно, давай-ка уходить, пока не началось. А насчет картины? Покупателя ты найдешь быстро, уверяю. Делать из таких, как ты, никакой жалости. Этот заказ выполнен. Не опускай планку.
Новый заказ, Ви. Милитех задержал на границе контрабандиста по имени Брюс Уэлби. Друг хочет его вытащить. И мы должны сделать за него всю грязную работу. В общем, тебе надо освободить Брюса. Подробности отправь. Он враг корпорации. Провокация. Ну, как тебе такое? Общая тревога. Открываю огонь. Только не умирай! Платит не за трех. Моя задача тебя отсюда вытащить. Тебя нанял Арчи Крейн? Он сам. И ждет тебя с нетерпением, так что шевелись. Арчи знал, кого прислать. Хватит тебе тут сидеть. Пора размять кости. Это я с удовольствием. В атаку! Кончится.
Брюс, дорогой ты мой! Я уж думал, мы тебя не вытащим из этой помойки. Арчи, ну ты и говнюк. Что? Этот лагерь существует из-за таких, как ты. Я видел тебя за рулем. Ну сколько они тебе платят? Достаточно, чтобы я мог купить тебе билет отсюда. Поблагодаришь потом. А сейчас нам пора. Слушай, Ви, вот еще что. Если решишь уехать из Найт-Сити, будь осторожнее на границе. Там, говорят, всякое случается. Спасибо, что сделал все тихо и аккуратно, прямо как мы с тобой и договаривались. Брюс спасен и доставлен к Арчибальду. И я знаю, что ты устроил все это без лишнего кровопролития. Оплата сейчас поступит на твой счет. Заказ выполнен. Глаза разуй, блядь! Нужна твоя помощь. Пропала связь с Бенедиктом МакАдамсом и водителем, который должен был вывести его из города. Я выслала координаты. Езжай туда и разберись. Все подробности в письме.
новенький. Я смотрю, у Милитеха открылись вакансии. Что, сейчас типа погулять меня выведешь? Я здесь по поручению Дакоты. Твою ж мать! А чего раньше-то молчал? Я уже задолбался тут изображать, что якобы смеюсь в лицо смерти. Ладно, поехали отсюда. Ноги ватные. Как будто месяцами не шевелил. Знаешь, о чем я мечтал, сидя в подвале? Бухли и куреве. О дынях. Таких сладких, медовых дынях. Люди Дакоты их на генетической смеси растят. Тысячу раз вкуснее любой синтетики. Ну-ну. Вот сидел там и думал, чё б только не отдал за такую сладкую сладку. Ну вот Джейсона, конечно, не допросишься. Какого тебя?
Жадность не то качество, которое нужно развивать, особенно наемникам. Тебе надо было убедиться, что Бенедикт в безопасности, а не бросать его на произвол судьбы. В любом случае, заказ закрыт. Клэр, ты где? Я уже на месте. Отлично, подожди минуту, скоро буду. А, хорошо, жду. Так, давай еще раз. На какой машине едем? На твоей. Окей, зверь уже рвется в бой. Скоро буду, до встречи. Я кучу Эдди поставил на нашу победу. Что? Проигрыш так невозможен, ясно? Гляди-ка, Сэмпсон, свежее мясо. Вижу. Было бы неприятно, как бы девичок. Привет, Ви, рада тебя видеть. Ну и как тебе? Я тебе изложу свои впечатления на финише, если живыми доедем. Эй, ты давай думай о победе. Ну, поучи меня в бутылочку писать. А копы на это смотрят сквозь пальцы? О них не волнуйся. Увесистая стопка Эдди полностью заслоняет им обзор. Ну да, с Эдди любую проблему решать проще. Угу. А если тут кого зашибешь, никаких последствий? Да полиции вообще насрать. Все трупы они потом просто спишут на уличные аварии. Пуля в голову — это тоже типа ДТП? Какие улицы, такие ДТП. Дашь совет перед стартом? Ты знай, держи тапку на газу. А мое дело — отшивать любопытных. На этой гонке победу приносит скорость, а не огневая мощь. Окей, не буду тормозить. А, держи щепку. Зачем она? Маршрут тебе покажет. Без нее не будешь знать, куда ехать. Надо проехать через все контрольные точки, иначе дисквалификация. Если хочешь, можешь погулять, пока я в машине посижу. Когда старт? Вся инфа на щепке. Принимаем последние ставки! Не упустите свой шанс! Первая гонка на выбывание! Все готовы! Если кто-то хочет зайти, а поздняк питаться, пристегните ремни, помолитесь кто кому и готовьтесь глотать пыль! Три, два, один! Thank you.
Держись! Чем? Ты не сглазь! Но это же... Это первое место, я понял. Задержимся немного на финише, на всякий случай. Ладно. Зачем тебе гонки? Из-за денег? Или ради победы и славы? Уж очень ты серьезно к этому относишься. А ты не любишь побеждать? Конечно, кто не любит? Вот видишь, у нас есть что-то общее. А еще я люблю доводить дело до конца, так что давай выиграем эти чертовы гонки. Да, согласен. Подбросить тебя до гаража? Да, давай. Ну, поехали. Представители рабочих Найт-Сити пытались организовать забастовку, которая привела бы к многомиллионному убытку. Напоминаю, если вы встретите представителей так называемых профсоюзов, немедленно позвоните в полицию или корпоративную службу безопасности. Почему Найт-Сити в больницу попадает все больше пациентов с дефектными имплантами, которые были приобретены на черном рынке? Из-за коротких замыканий в контрафактных изделиях погибли уже несколько жителей. Эй, есть задание. У моего клиента сперли до хрена бета-кислоты.
Не спрашивай, что такое бета-кислота, я в душе не ем. Но стоит она как самолет, и наш клиент хочет ее вернуть. Собственно, ты ему в этом и поможешь. Вся инфа прилагается. Даже хуже, чем твоя халупа. А-а-а. Меня сейчас вырвет. Запах чуешь? Из вентиляции. Уже из комнаты наверху. Так, так. А это? Ну надо же. Неоамфетамин. А ты типа в сортах дури разбираешься по запаху? Как полицейский пес? Ну нет, скорее как... У меня нет сомелье. Уже умер от удушья, причем во сне. В этом городе мало кто умирает во сне. Повезло парню. Заглянем наверх. Есть у меня подозрение, что вся партия еще там, рядом с вентиляцией. Сообщение пользователю.